Доброго времени суток, друзья, с вами ВВ. И мы продолжаем играть в игрушку Робокрафт. Так, он там внизу в чате кодик, который я вводил в прошлом видео. Наконец-то мы дождались его. Но это не тот, который все ждали, это другой. И он совсем по другой причине, потому что вчера ночью серверы лежали и нельзя было войти. И они компенсировали это промокодом. На сутки према. А не в честь каких-нибудь праздников. Он удачно очень в пятницу вышел, этот код. Субботу, кто захочет, может, ну, субботу ввести, устроить себе покатушки. Так, куда мне поехать? О, к доктору. К доктору. Два доктора, обалдеть. И у нас нет огневой мощи, только он этот рельса, которая не будет по докторам. Что ж такое? Поворачиваю. Да ну. Вон, бомбер уже туда приехал. Беру пасу. А, наших всех поубивали уже. Великолепно. Мой радар ничего не показывает. У них там больше. Вон один пошел сбивать. Ничего он не позбивает. Ай-яй. К сожалению, мы проиграли. Так, я сейчас опять-таки покажу промокод, который я вводил. Так, вот этот вот я вводил промокод. Он на 13 марта действующий. В этом в описании не написано, докуда он будет действовать. Возможно, он будет одним из вечных. Пока у нас вечный только один. Ну как вечный? Он до конца года, наверное, обычный. Такое дело. Так. Доктор. Где наш доктор?
Что за дела? Опять доктор один остался. Да шо ж такое, не могу развернуться. Опа. Куча летунов. Где? О! Где? Вот. Так, остался один враг. Неизвестно где. Так, и я даже одного укушил. Все, победа. По захвату. Наконец-то! Ура! Летуны. Смотрите, какой кусок мне отхватили. Черный такой. 12 тысяч с премиум удвоенного. Да, нормально. Нормально. 32 тысячи, ха-ха-ха. Ладно, на этом я с вами прощаюсь. Желаю всего хорошего. До новых встреч.